следующем году в школах и детских садах Реутова введут новые ставки для педагогов дополнительного образования. Такое решение утвердил Совет депутатов Реутова. Изменения коснутся офицеров-наставников в кадетских классах, учителей, курирующих научные конференции, а также педагогов-тренеров, которые проводят спортивные занятия во внеурочное время. Кроме этого, надбавку к зарплате получат учителя и воспитатели, возглавляющие городские учебно-методические объединения педагогов-предметников. Их прибавка к зарплате в зависимости от специализации составит 15% и 10% от ставки учителя. По той причине, что у нас очень большое количество учителей начальных классов, соответственно, русского языка и математики. Поэтому, соответственно, мы просим вас поддержать 15%. А что касается учителей уже руководителей КМО, остальных предметов, включая учителей истории, это 10% от ставки. Также депутаты обсудили выполнение муниципальной программы развития и функционирования дорожно-транспортного комплекса. Замглавы города Владимир Покамин отметил, что в этом году было капитально отремонтировано 7 участков дорог. Общий объем работ – 65 тысяч квадратных метров. В течение года установили новые дорожные знаки, 10 остановочных павильонов. Большинство из них на проспекте Мира и улице Ашхабадской, а также в южной части Реутова на улицах Молодежная, Октября и Юбилейном проспекте. На встрече поднимался вопрос и экологической ситуации в Реутове. Пробы воды, почвы и воздуха показали соответствие всем нормам. А в рамках областной программы «100 прудов и озер» в этом году была проведена расчистка от загрязнений и мусора глади фабричного пруда. Город также принял участие в софинансировании работ.